Я с гордостью и радостью заявляю, что вы подарили миру лучшие Олимпийские игры в истории. Никто из присутствующих не взялся бы оспаривать суждения президента Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча. Воспоминания о сентябре 2000 года, когда в Сиднее провожали минувший век на играх тысячелетия Millennium Games, останутся с нами надолго. Игры в Австралии заставили вновь поверить в счастливое будущее олимпийского движения. В Австралию приехали 11 тысяч атлетов из 200 стран. Здесь рука об руку прошли делегации двух Корей под одним флагом. Маленькая группа спортсменов из недавно возникшего на карте Восточного Тимора. И самая представительная за всю историю Олимпийских игр команда Австралии. Австралийский генерал-губернатор сэр Уильям Дин провозгласил 27-е Олимпийские игры современной эры в Сиднее открытыми. Игры начались с нового олимпийского вида спорта – триатлона. Он проводился в живописном заливе Сидней-Харбор. Австралийцы ожидали победы своей спортсменки. И поэтому во время женского триатлона яблоку было просто негде упасть. Олимпийский триатлон гораздо короче знаменитого «железного человека». Он включает в себя заплыв на 1,5 километра, 40 километров на велосипеде и 10 километров бегом. На финише велотрассы борьба за медали велась практически между пятеркой спортсменок, одной из которых была чемпионка мира – Мишель Джонс. Но 23-летняя учительница из Швейцарии Бриджит МакМаган обогнала Джонс и устремилась к финишу за первой золотой медалью нового олимпийского тысячелетия. Теперь главные интересы хозяев 27-й Олимпиады переместились в бассейн. Многие ждали от Йена Торпа олимпийских достижений на уровне тех, что когда-то показал великий Марк Спиц. тысяч человек вмещает трибуны Homebush Bay Aquatic Center. И в первый же вечер состязаний пловцов они были набиты битком. Все надеялись, что австралийская торпеда устроит блистательный олимпийский старт с рекордами и золотыми медалями. И он заставил страну гордиться собой. Сначала он победил на дистанции 400 метров вольным стилем, но это было только начало. 5 новых мировых рекордов только в первый день. США не проигрывали этой эстафеты с первого ее появления в программе Олимпиады 1964 года. Торп стартовал на последнем этапе при сильнейшей конкуренции со стороны американца Гэри Холла-младшего. Но победа с новым мировым рекордом досталась австралийцам. Осси, как они себя называют. Однако никто, даже торпеда, не могут быть застрахованы от провалов. К
Голландцы никогда не получали золотых олимпийских медалей в мужском плавании. 22-летний Питер Ван дер Хугенбан приехал в Сидней обладателем 6 золотых медалей Европейского чемпионата. Когда общее внимание было сосредоточено на торпе, кто мог предсказать результат заплыва на 200 метров вольным стилем? Но именно здесь и началась золотая олимпийская сага голландца. Другой австралиец Майкл Клим был главным фаворитом на дистанции 100 метров вольным стилем. Однако конкуренция была столь сильна, что Клим даже не вошел в число призеров. Ван дер Хугенбан установил новый мировой рекорд в квалификации и выиграл финал впереди таких звезд, как Александр Попов и Гэри Холл-младший. Попов был королем спринта на предыдущих двух олимпиадах, где блистал на дистанциях 100 и 50 метров вольным стилем. Победа на третьей олимпиаде ускользнула от него. Александр был выбит из колеи и на дистанции 50 метров финишировал лишь шестым. Но и Ван дер Хугенбан проиграл на этот раз. Двое американцев на третьей и четвертой дорожках, Гэри Холл и Энтони Эрвин, показали абсолютно одинаковое время. Они стали первыми в мире пловцами в олимпийской истории, разделившими золото. Голландские девушки достигли в бассейне еще более впечатляющего успеха. 27-летняя Инги де Брюин выиграла заплыв на 100 метров баттерфляем, а также на 100 и 50 метров вольным стилем, установив новые мировые рекорды во всех трех дисциплинах. В Сиднейском олимпийском бассейне было установлено 14 мировых рекордов. Но не только рекорды украшают олимпийские состязания. Когда двух пловцов дисквалифицировали за фальстарт в одном из заплывов на 100 метров вольным стилем, на дорожке остался только один участник. Эрик Муссамбани из Экваториальной Гвинеи в первый раз увидел олимпийский бассейн здесь, в Сиднее. Его спортивный характер и упорство покорили всех. Эрик получил прозвание «Уголь» и стал своеобразной сенсацией игр. Китайский прыгун в воду Ксеонг Ни завоевал свою первую олимпийскую медаль в 1988 году в Сеуле. В Сиднее на своей третьей олимпиаде он сумел победить в новом виде соревнований – синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ксяо Хайлянг. В личных соревнованиях фаворитом был российский чемпион мира Дмитрий Саутин. Ксеонг Ни был чемпионом Атланты и надеялся вернуть себе этот титул. Саутин лидировал до последнего круга. Но последний прыжок в 2,5 поворота у него не получился. Саутин сместился с первой позиции на третью. Сеонг должен был исполнить свой прыжок идеально. И сделал это, получив вторую золотую медаль на этих играх. Также ярко в прыжках в воду выступили и китайские девушки. Фу Мингцзя стала чемпионкой мира в 12-летнем возрасте, теперь ей уже 23, и все эти годы она провела на вершине мирового спорта.
Действительно, победу ей принес самый последний прыжок. Как обладательница 4 золотых олимпийских медалей, Фун Миндзя оказалась рядом с такими звездами прыжков в воду, как Пэт Маккормик и Грег Луганис. Восьмилетний англичанин Стивен Редгрейв уже становился чемпионом на предыдущих 4 олимпийских играх подряд. В Сиднее он планировал попасть в историю Олимпиад как первый 5-кратный победитель гребных соревнований. Редгрейв был диабетиком, и тем замечательнее должно было стать его достижение. На озерах Пенрид за окраинами Сиднея английская четверка без рулевого по своей традиции лидировала с самого старта заезда. Ее преследовали лодки Италии и Австралии. На финише всего несколько сантиметров отделяли лидеров от претендентов, но победа была... Сделали это. Мэтью Пейнсон, партнер по прежним победам, первый поздравил триумфатора. В то время как Редгрейв зарабатывал славу самого успешного атлета в академической гребле, немка Биргит Фишер достигла не менее значительного статуса в гребле на байдарке. 38-летняя Фишер завоевала свою первую золотую олимпийскую медаль в составе сборной ГДР еще в 1980 году в Москве, а в Сиднее получила еще 2 награды высшего достоинства в спринте и стала 7-кратной олимпийской чемпионкой. Британские экипажи в заливе Сидней-Харбор поймали счастливый ветер в свои паруса и выиграли золотые медали в 3 классах яхт. Один из самых противоречивых эпизодов решающей гонки в классе лазер – англичанин Бен Энсли и его бразильский соперник Роберт Шайт снова не смогли избежать столкновений. Между ними уже разгорелось острое противостояние в Атланте в 1996 году, когда победу присудили бразильцу. На этот раз решение судей было прямо противоположным, и после 4 часов обсуждения в атмосфере протестов золото вручили обаятельному Бену Эйнсли. Сиднейский велодром оказался таким же быстрым, как и олимпийский бассейн. В командной гонке преследования на 4000 метров мировой рекорд был побит 2 за 1 час. Украинский квартет сделал это в полуфинале, но немцы во главе с чемпионом в индивидуальной гонке преследования Робертом Бартко не оставили конкурентам в финале ни одного шанса. На велотреке самыми удачливыми оказались французы. У них 4 золотые медали, 2 из которых заработала Фелисия Беланже. Спринтер. Маунтинбайк был включен в программу Олимпиады всего во 2 раз. Женская гонка проходила в сложной борьбе между чемпионкой предыдущих игр Олимпиады итальянкой Паулой Пенца и испанкой Маргаритой Фулан. На 4-м из 5 кругов горной трассы Паола догнала испанку, шедшую в лидерах, и спровоцировала ее падение. Фулана так и не смогла восстановиться, а итальянка Паола Пеца примчалась к финишу первой и стала 2-кратной олимпийской чемпионкой. Триумфатор велогонки Тур де Франс американец Ланс Армстронг был всего лишь одним из претендентов на победу в шоссейной гонке на 240 километров. Ян Ульрих из Германии выбрал удачный момент, чтобы совершить решающий побег, и выиграл гонку со временем в 5,5 часов. Еще одна звезда велоспорта – голландская спортсменка Леонтьен Зиелард. В интервью перед играми в Сиднее 30-летняя велосипедистка призналась, что рассчитывает на медали.
Так и получилось. На сиднейском велодроме Зейлард завоевала золото в индивидуальной гонке преследования, а также серебро в гонке по очкам. Но на этом она не остановилась и отправилась в охоту за золотом по дорогам Сиднея. Блестящим финишным спринтом голландка выиграла шоссейную гонку на 119 километров. А через несколько дней Зейлард стала еще и чемпионкой в гонке с раздельным стартом. Получить олимпийское золото в трех различных дисциплинах еще не удавалось ни одной из велосипедисток. Совершенно феноменальное выступление с преимуществом в целых 37 секунд над ближайшей соперницей Мэри Холден из США. И Леонтьен Зейлард признается бесспорной королевой велосипедного спорта. Теннисный турнир среди женщин принес чемпионские лавры американке Винус Вильямс. Она победила в финале Елену Дементьеву из России, добавив олимпийский титул к своим победам на Уимблдоне и открытом чемпионате Соединенных Штатов. Сестры Вильямс уверенно выиграли еще в парном разряде у голландок Кристи Бугерт и Мириам Ореманс. Так Винус Вильямс стала второй в истории обладательницей двух золотых олимпийских наград в теннисе после Хелен Уиллс, которая добивалась этого в 1924 году. В настольном теннисе все 4 золотые медали, а также и 3 серебряные достались китайцам. Финал в парном разряде играли представители одной страны. И золото досталось Ван Лихьяну и Ян Сеню, а не в красных майках. Еще больший успех выпал на долю китайской сборной в бадминтоне. Там 4 из 5 золотых медалей были завоеваны китайцами. И только в мужском парном разряде встречались бадминтонисты Индонезии и Кореи. Можно было подумать, что этот матч играют в Джакарте. Так мощно поддерживали болельщики индонезийцев Тони Гуавана и Кандра Виая. Успех индонезийцев и единственное золото этой страны в Сиднее. Австралийцы горячо поддерживали своих волейболисток Натали Кук и Кэрри Потхарст на пляже Бонди-Бич, когда они побеждали первую команду мира девушек Бразилии. Это было не единственным разочарованием бразильцев в Сиднее. Олимпийский футбольный турнир закончился для них неожиданным поражением в четвертьфинале от команды Камерун. Африканцы играли все дополнительное время в девятером, так как двое камерунцев получили красные карточки. И тем не менее победили. Гол забил Модест Мбами. По возвращении домой бразильский тренер Вандерлей Луксемберго был уволен с поста. Камерун выиграл и в полуфинале у сборной Чили благодаря спорному пенальти на последней минуте. А в финале камерунцам выпало играть против испанцев, олимпийских чемпионов 92 года. В
первой половине игры испанцы забили два мяча. Но неустрашимые львы Камеруна оправдали свое прозвище во втором тайме. Сначала Патрик Мбома совершил дерзкий проход, и мяч, отлетев от испанского защитника Амайя, влетел в ворот. Через несколько минут Мбома отдал пас на Самуэля Это, и после удара последнего счет сравнялся. Судьба олимпийского финала решалась в серии пенальти. Испанцы дрогнули первыми. И Пьер в Боме точным ударом обеспечил своей стране первую в истории Олимпийских игр олимпийскую медаль. В женском турнире норвежская команда, они в красных футболках, победили чемпионок мира и Олимпийских игр американок, забив гол в дополнительное время. Кубинские волейболистки добились беспрецедентной победы в финале на третьей Олимпиаде подряд над своими традиционными соперницами из России. В финале женского гандбольного турнира Дания против Венгрии игра сложилась не менее драматически. Отставая от венгерок на 6 мячей за 15 минут до конца матча, датчанки сумели перестроить свою оборонительную тактику и в итоге победили 31-27. В хоккее на траве сборной Голландии предстояло отстоять свой олимпийский титул в финальном матче против корейцев, сравнявших счет буквально в последнюю минуту. Поэтому судьба олимпийского финала впервые в истории этого вида спорта решалась на пенальти. Капитан голландцев Стефан Вейен забил все голы и победный пенальти в этом матче с итоговым счетом 5-4. Американцам на этот раз удалось положить конец доминированию кубинцев в олимпийском бейсболе. В команде США впервые играли профессионалы, а наставником олимпийцев был легендарный тренер Томми Лазорда. Вряд ли игру американский Dream Team в баскетбольном супердоме можно было назвать сказочной. Беспроигрышную цепь олимпийских матчей сборной США с участием профессионалов чуть было не прервали отчаянные литовцы в полуфинале. При счете 83-85 Саруна Сисикявичу в последний момент сделал трехочковый бросок, но, к счастью для американцев, не попал в кольцо. Хорсли Парк – место проведения состязаний по конному кроссу. Обладал исключительно сложным рельефом. Австралийцы мечтали довести до трех историческую серию своих командных побед в конном троеборье. После двух дней состязаний они были лидерами. Если бы в последний день последний всадник в Ванкувере австралиец Эндрю Хой повалил 4 препятствия, его команда лишилась бы шансов на золото. Он сбил только 3. И это позволило хозяевам Олимпиады все-таки одержать победу над сборной Великобритании. Традиционно гимнастические державы Россия, Китай и Румыния поделили между собой 11 из 14 золотых медалей в гимнастике. В командном финале российские и украинские гимнасты отчаянно пытались остановить нашествие китайцев, вдохновленных своим успехом на прошлогоднем чемпионате мира.
Звезда российской гимнастики Алексей Немов только что стал отцом, но он не увидит малыша, пока не закончит здесь все дела. На другом краю света Немов заработал 6 медалей, 2 из которых золотые. Однако в командном зачете русские не смогли сдержать упорный натиск китайских гимнастов. В борьбе за личное абсолютное первенство Немов потрясающе выступил в вольных упражнениях. Его оценка 9,8 принесла ему титул абсолютного чемпиона, самый заветный в гимнастике. Женские соревнования запомнились скорее ошибками и падениями. Одна из ошибок стоила Светлане Хоркиной и российской команде золото. Больше других повезло Румынии. Они завоевали во второй раз командное первенство. Но и румынки не избежали ошибок в финалах индивидуального многоборья. Люк Чуань была лучшей из китайских гимнасток. Румынка Симона Аманар на прошедших играх завоевала 4 золотые медали. В вольных упражнениях она получила оценку 9,812 тысячных баллов. Хоркина выполнила свое упражнение не менее великолепно. Тем не менее, румынские гимнастки заняли первые 3 места. Особенно яркое впечатление оставила 16-летняя Андрея Радукан, получившая в вольных самую высокую оценку. Румынки занимают 3 первых места, но олимпийская мечта Радукан разбивается вдребезги, когда у нее находят следы запрещенного вещества, которое она могла принять в составе лекарства от простуды. Девушку лишают золотой медали. Чемпионкой становится Симона Аманар. 30-летний Александр Москаленко после долгого перерыва вернулся в спорт для того, чтобы стать олимпийским чемпионом. Для этого ему пришлось сбросить 24 килограмма. 6 лет назад он оставил прыжки на батуте, но когда этот вид спорта стал олимпийским, решил попытать счастье вновь.
Москаленко не было равных на турнире. И Россия получила золото в прыжках на батуте как в мужском, так и в женском разряде. У Александра Карелина к играм в Сиднее сложилась самая долгая олимпийская история. 13 лет без единого поражения. За это время гиганта супертяжеловеса трижды увенчивали олимпийскими лаврами. Четвертая золотая медаль в Сиднее была бы уникальным достижением для борца-классика. В финальном поединке против Карелина на ковер вышел американец Рулан Гарнер. Карелин испробовал все приемы, но так и не смог оторвать Гарнера от земли. Счет был равным, и борцов поставили в крестообразный захват. Тот, кто первым разомкнет руки, теряет очко. И это очко оказалось единственным в схватке. Борцовский мир застыл в изумлении. Рулан Гарнер стал олимпийским чемпионом. Кубинский боксер Феликс Савон, двукратный олимпийский чемпион, намеревался повторить достижение своего легендарного соотечественника Теофила Стивенсона, добыв в Сиднее третью золотую медаль. Несмотря на рассечение, Савон был на голову выше всех своих соперников. Он останется в олимпийской истории одним из величайших боксеров столетия. На играх в Сиднее японцы получили в дзюдо 4 золотые медали. Иноэ Косе стал чемпионом в весовой категории до 100 килограммов. Финальный поединок с канадским дзюдоистом японец провел как по учебнику. И посвятил эту победу своей недавно умершей матери. Албанец по рождению, тяжелоатлет Пирос Димас, выступавший за Грецию, добившись своей третьей олимпийской победы, сравнялся с достижениями с великим Наимом Сулейманоглу. Иранцу Хусейну Ризазаде удалось разорвать русский захват, который продержался 44 года в категории супертяжеловесов, установив 2 новых мировых рекорда. Немцы и русские пытались превзойти его. Thank you.
Но Ризазаде устоял и стал третьим в истории олимпийским чемпионом из Ирана. Современное пятиборье. Англичанка Стефани Кук обогнала своих ближайших конкуренток во время заключительного кросса. Она доказала, что может стрелять, фехтовать, плавать, ездить верхом и бегать лучше всех остальных. И первая золотая медаль в женском олимпийском пятиборье оказалась в ее руках. Самое пристальное внимание на легкоатлетическом стадионе привлекала к себе Мариан Джонс. Американка замахнулась на небывалое. 5 золотых медалей на одних играх. И ей это почти удалось. Она определила всех соперниц на 100 и 200 метровки. Третий вид соревнований был для нее слабейшим звеном – прыжок в длину. В этом виде с давних пор доминировала Хайке Дрекслер из Германии. В Сиднее ей было уже 35, но прыжок у нее получился на 6 метров 99 сантиметров. Джонс не смогла составить ей конкуренцию и довольствовалась бронзой. Ну а Хайке ликовала. Следующей соперницей Марион Джонс оказалась не менее опытная Мерлин Отти из Ямайки. Ей исполнилось уже 40, но она все еще продолжала борьбу за олимпийские медали. Но золото в эстафете 4 по 100 метров не досталось ни Джонс, ни Отти. Его забрали спринтеры с Багамских островов. И тем не менее, история Мэрион Джонс все же завершилась на высокой ноте. Она бежала на третьем этапе победной для американок эстафеты 4 по 400 метров. В итоге на счету у Мэрион Джонс оказалось 3 золотых и 2 бронзовых олимпийских медали. Но труднее всех в Сиднее пришлось, несомненно, Кэти Фриман. Австралийская королева легкой атлетики на дистанции 400 метров была настолько вне конкуренции, что вся страна ждала от нее только золота. С величественным спокойствием Фриман вышла на финишную прямую. И только на финише она смогла в полной мере осознать свое достижение. Сначала пришло чувство огромного облегчения, и тогда уже Кэти ощутила радость победы. Американец Морис Грин снова доказал в Сиднее, что он остается самым быстрым человеком планеты. Его приятель из Тринидада Ату Болден, как и ожидалось, должен был победить на дистанции 200 метров. Но первым на финише оказался грек Константинос Кантерис, первый олимпийский чемпион Греции в беговых дисциплинах. Американец Майкл Джонсон снова был недосягаем на дистанции 400 метров. Еще одна золотая олимпийская награда в завершении блестящей спортивной карьеры.
Среди 10 борцев вплоть до 7 дисциплины одним из лидеров был эстонец Эркиноу. Но, когда дело дошло до метания диска, Ноул сделал 2 неудачные попытки. А затем судьи и вовсе дисквалифицировали его за выход из круга. Это должно было разрушить все его надежды на медаль. Однако Ноул оспорил судейское решение. Судьи пересмотрели вопросы, и эстонца реабилитировали. Когда десятиборцы строились на старт последнего испытания бега на 1500 метров, Ноул знал, что ему во что бы то ни стало необходимо обогнать лидера соревнований американца Криса Хаффинса. Результат Ноула, показанный на финише, был столь высок, что он оказался на первом месте в итоговом протоколе. Эстония впервые записала на свой олимпийский счет золотую медаль. В женском легкоатлетическом многоборье Деннис Льюис из Великобритании толкнула ядро почти на метр дальше ближайшей соперницы, да и в метании копья ей не было равных. Но травмированное ахиллово сухожилие осложняло ее шансы на успех в беге на 800 метров. Но несмотря ни на что, 28-летняя Льюис добилась общей победы в семиборье. Великобритания могла получить еще одну золотую медаль в мужском метании копья. Стив Бакли вышел в лидеры, установив олимпийский рекорд. Но его старый соперник Ян Железный из Чешской Республики метнул копье еще дальше. И золотая награда досталась чеху. Англичанин довольствовался серебром. Что касается женских соревнований в ходьбе на 20 километров, то здесь несколько лидеров были дисквалифицированы за неправильную технику ходьбы. Первой стала чемпионка мира из Китая Лю Хонгчжу. Затем дисквалифицировали итальянку Элизабетту Перроне, которая шла первой и долго отказывалась сойти с трассы. Чуть впереди остальных на Олимпийский стадион вошла Джейн Севилл из Австралии, но почти у финиша ее тоже остановили. После снятия 3 лидеров с дистанции чемпионкой неожиданно для себя оказалась китаянка Вон Ли Пин. А женский марафон выиграла Такахаси Наока из Японии. Для страны, где бег на длинной дистанции издавна в почете, это был замечательный подарок. Румынка Габриэла Саба в желтой майке считалась главной претенденткой на победу в беге на 5000 метров. Несмотря на все усилия ирландки Сони О'Салливан, Саба не оставил ей шансов.
А победа чемпиона и рекордсмена мира Хикама Эльгеружа на 1500 метров вообще не вызывала никаких сомнений. После неудачи на играх в Атланте марокканский бегун 4 года оставался непобедимым на этой дистанции. Тогда в Атланте Эльгеруж рыдал после финиша. В Сиднее он снова не смог сдержать слез, когда кенийец Ноан Гени неожиданно обогнал его на финишной прямой. Летний Эфиоп Хайле Гебреселаси, непобедимый на дистанции 10 тысяч метров в течение последних 7 лет, уже однажды выигрывал олимпийское золото и был 4-кратным чемпионом мира. Его давний соперник, серебряный призер Атланты, кенийец Пол Тергат, решил дать, наконец, настоящий бой мэтру. Этот финиш стал одним из ярчайших в олимпийской истории. Эфиопский бегун отстоял свой титул. Все 3 золотые медали Эфиопии были завоеваны в беге на длинные дистанции. Но не хватало одной, самой главной, в марафонском беге. По традиции марафонский бег завершает легкоатлетическую программу Олимпиады. Обычно марафонцы стартуют и финишируют на Олимпийском стадионе. В Сиднее их было 98. Эфиопия не выигрывала марафона с 1968 года, несмотря на то, что бег на родине легендарного марафонца Абебе Бекилы, чемпиона Римской Олимпиады 60-го года, по-прежнему популярен. И это доказал 22-летний Гизани Абера, который невероятным скоростным рывком на финише добыл заветную золотую медаль для своей страны. И когда вся тяжелая работа была закончена, Сидней объявил бал. Игры тысячелетия завершились, и воспоминания об этих прекрасных днях будут жить в нашей памяти.